Новый корпус Медвежьеозерской школы номер 19 готовится принять ребят. Идут последние приготовления к открытию этого учебного заведения. В новый корпус школы 2 сентября пойдут более 900 детей. У меня два сына, один первоклассник, другой пойдет в 8 класс. Мы очень долго ждали открытия этой новой школы. Она современная, красивая. Конечно же, хотим сказать огромное спасибо. И... ну, только чувство радости, такая она вся большая, красивая и современная. Конечно, детям будет здесь комфортно учиться, и мы, как родители, будем спокойны за их дальнейшее будущее. Красивые спортзалы, уютные площадки, которые находятся на улице, оборудованные кабинеты, большая библиотека. Это очень замечательное здание. Дети наши все будут ходить в первую смену учиться. Это что немаловажный фактор. В школе созданы современные и комфортные условия. Здесь два спортивных зала, большая библиотека, актовый зал с новейшим оборудованием и пищеблок. В библиотеке планируется открыть кружок патриотического воспитания. Что нам позволяет новый корпус? Конечно же, в первую очередь, это развитие платной деятельности, это кружки, секции спортивной направленности. Также у нас будет технологический кружок. Мы будем проектировать, конечно же, вместе с педагогом квадрокоптеры. Ну вот. Также у нас будет музей СВО. Ну вот, у нас уже есть для этого ресурс подходящий. Ну вот. У нас большая библиотека, двухэтажная, ну вот, с IT-зоной. На территории школы оборудовано спортивное ядро с многофункциональной площадкой, беговыми и прыжковыми дорожками. Также предусмотрена площадка для младших классов и родителей с маленькими детьми. Стадион будет работать по губернаторской программе «Открытый стадион». Его смогут посетить все желающие после окончания уроков. Евгения Корытько, Елизавета Плужникова, Щелковское телевидение.